Телефончик я включил. Сейчас посмотрим, что там у нас по менюшечке. Менюшечка у нас тут, конечно же, стандартная. Сонка. Так. Display agile. Сейчас язык надо выставить. Но. Это нам не надо. Language, written language. Так, русский язык. Ну все. Телефончик теперь на русском языке. Вот так вот у нас все это выглядит. А, и кстати, вот эта штучка, это оказывается замок для задней крышки. Вот так вот он. Раз. И вот так вот откидывается задняя крышечка. Прикольно сделано. Так, вот телефончик, значит. Внутри как выглядит. Выглядит хорошо. Сейчас посмотрим, что там под батарейкой. Так, а под батарейкой у нас Sony Ericsson C901. Вот так вот информация, Made in China. Ну, телефончик хороший. Лично мне он понравился. По 12-бальной ставлю ему. Десяточку. 10,5 баллов. А может даже и 11, потому что сборка хорошая. Да, по качеству сборки все остальное, там, в принципе, 11 баллов можно влепить. Потому что реально хороший аппарат. Камеру я еще не тестировал, но думаю, камера здесь отличная. Я еще сделаю фото и видео с этого телефона. И обязательно выложу результаты тестов в этом ролике. Так что оставайтесь на моем канале. Ставим лайки, кому понравилось видео. Делаем репосты, подписываемся на мой канал. Всем спасибо, пока.